Сотрудники УГИБДД по Уджигутинскому району провели рейд под названием «Скорость». Полицейские фиксировали нарушение скоростного режима и напоминали водителям о соблюдении правил дорожного движения, особенно на опасных участках дороги. На рейдовом мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Превышение скорости – причина увеличения ДТП, поэтому сотрудники УГИБДД по Уджигутинскому району проводят операцию «Скорость», в ходе которой выявляют нарушителей с помощью видеофиксации «Бинар». Данная система позволяет точно измерять скорость, чтобы выявить водителей, превышающих установленный порог скорости. Такие акции дают возможность снизить число ДТП, считают участники движения. Как старый водитель, я знаю, что все беды у нас от скорости, я не скрываю. Потому что она с малой движущей сильно гоняет, не успевает вовремя тормозить. И все от этого очень многое зависит. Это точно я вам говорю. У меня 35 лет стажа, слава богу, у меня не было ни одного ЧП. Потому что стараемся как где-то. Ну, молодежи надо сказать, конечно. Как видите, мы с детьми едем, для нас это очень важно. И мы всегда это делаем. Что вы хотели сказать вот водителям, которые нарушают часто? Ну, не нарушать, потому что это их жизнь, здоровье других. В ходе операции сотрудники полиции раздавали буклеты с призывом соблюдать скорость. Во время рейдового мероприятия выявили несколько нарушителей. В основном водители превышали скорость, дабы быстрее доехать до места назначения. Но мало кто задумывается, что можно и не доехать из-за ДТП. За время проведения данной операции было выявлено 3 нарушения скоростного режима. К водителям данных нарушений были вынесены постановления по их нарушениям. Также при проведении данной операции участникам дорожного движения вручались буклеты с соответствующей информацией и проводились профилактические беседы с нарушителями. Двигаясь на высокой скорости, водитель может и не заметить внезапную опасность. Кроме того, необходимо знать, что дорожно-транспортные происшествия по причине превышения скорости отличаются высокой тяжестью последствий как для водителей, так и для пассажиров. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигутинский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Осколки».